В эфире Ульяна Савишна. В эфире непростого Дагда-шоу. Ой, ребята, цельные выходные с вами не виделись. Как вы поживаете-то? Ничего, все ладно, хорошо. Ну и слава богу. У меня тоже ничего. Вот видите, у меня на заднем фоне-то. Вот, теперь не машинки, теперь не коты. И не дети. И, в общем, ничего у меня теперь на заднем фоне нет. Все хорошо, все ладненько. Вот, ремонтик сделала. Угу. Карантин идет на пользу. Вот, ребятушки, я вот слыхала эту птичку на хвосте принесла, что сегодня у нас эдакие то гости, то в эфире, то будут. Ну-ка, типа, думайте. И Никита Гурят у Скубойников придет. И Катюшка, ну-ка, Катя, то Сеповца, то ну, милые мои, интересно будет вам. А я сегодня чего, по-простому, по-уроготски, сказочку опять зачну говорить. Вот, у нас ведь, ребята, знаете, у меня бабушка вот была, Александра Иннокентьевна, на Сарновского района. Ой, так знаете, ребята, до сих пор вспоминаю. Сядем мы с ней, знаете, на печке туда, зачнем сумерничать то. Вот, она говорит, я говорю, бабушка, расскажи сказочку. Она говорит, ну, давай, давай, Ульяна, как мне рассказать уж. Давай-ка, садись. А вот мы с ней все сказки. Вот. Ребята, не знаю, слыхали вы такую или нет. Сказка про это, про Волденицу. Не знаете, шо ли? Шо, не знаете, что такое Волденица? Ну, милые мои. Да это ж гриб, гриб и такой. Вот, значит, и сказка-то аккурат про грибы. Пошли как-то один раз бабушка с дедушкой, старик да стариха, в лес за грибам. Ну, вот дедушка кричит, бабушка, я, говорит, это, две волденицы нашел. А, ну, говорит, ладно, хорошо, а я одну, говорит, волденицу. Ну, так и ладно, и добро. Они взяли эти три волденицы, то и домой пошли. Две-то они, значит, засулили, а одну-то уставили. Вот, и положили ее тоже вот в аккурат, под банку-то поставили, да, и ушли спать. Спята ночью-то кто-то кричит. Ой, спасите, помогите, банку поднимите. Ну, они испужались, побежали к банке-то. А там место волденицы-то поимек сидит. Ну, эко еще и не бывало. Но они так-то убродели, все, на старости лет помощник. Вот они, значит, это и стали с парнюком-то с этим жить-то, с волденицем-то. Ну, бабушка, дедушка, да вон. Вот и стали жить, поживать да добра наживать. И все у них было ладно и хорошо. Котиток да палочка, вот и вся и сказочка. Сказка вся, сказка кончилась, да. Вот Катя меня поругает, скажет, с-с-с-с-с. Бывает, бывает. Ну, ребята, спасибо, что заглянули в гости. В среду увидимся. Берегите себя и своих близких. Пока-пока!